Друзья, бодрый день! С вами рюкзак с рюкзаками. Мы смотрим модель Outventure трекер на 60 литров. Хочу сказать, что это моя самая любимая из линейки Outventure. У нее самое большое количество всевозможных примочек. Есть доступ быстрый с режима поклажи. Есть самые большие, на моей памяти, большие карманы. И на поясном ремне самое интересное, что с каждой стороны есть отделение для бутылки. В целом рюкзак выглядит очень симпатично, у него есть отделение для трекинговых палок вот здесь. А здесь у нас есть крепление для пенок и палаток, и ручки вот так вы спокойно можете вытащить все, что вам нужно. Здесь подухи забиты, всевозможные петли, подумайте, наверное, для сигарет, нет, это для всяких фонариков, можно даже колонку GPS сюда закрепить. Это объемный карман, тоже для всяких карт, пауэрбанков, все, что нужно быстро достать, вы можете здесь использовать. Смотрите, сбоку раз стропа, значит, два стропа. И еще можно сюда положить тоже на стяжке бутылку с любимым чаем. Спинка тоже произведение красоты. Во-первых, подуха вся в отличном состоянии, широкий ремень с каркасом. Полиуретановая подуха, мягкая, очень хорошо сидит на спине. Здесь вы можете увидеть с каждой стороны металлические латы. На них регулируется по росту спинка. И здесь видите L, XL, M, S. Вы можете как раз таки по этим лямкам смотреть, правильно вы поставили или нет. Можете спокойно взять ручку. Значит, здесь верхний клапан. Я сюда определил чехол от дождя. Верхний клапан обычно используется для всяких аптечек. Вот. Но я хочу сказать, что верхний клапан еще у нас и как сумка используется. Это очень круто. Обожаю такие вещи. Смотрите. Вот. Просто берете. Еще здесь вот можно положить бинты. Все самое необходимое, что в походе нужно. Берете и, прикрепляете. Так можно. Можно по диагонали. Не имеет значения. Это приятная мелочь. Отдельного внимания заслуживают большие карманы, вот с два кулака. Здесь вот отделение для бутылки, которое я рассказывал. Здесь регулируется поясной ремень. Что еще про него рассказать? Отделение для ледорубов и бутылка для особого отношения выделяет дну. Здесь дно из кордуры, прочная ткань. И здесь хранится чехол от дождя. Значит, модель среди даже Outventure'ов редкая. Обычно можно встретить крики, которых полно. 60 литров, 85 литров и иногда даже на 100. Но эта модель мне просто вот очень нравится. Она еще редко на просторах интернета встречается. И в магазине Sportmaster я даже это не видел вовсе. Поясной ремень. Да, не указал. Здесь стяжка грудная вместе со свистком. Можете свистеть. Анатомические лямки S-образной формы. Очень удобные, широкие. Главное, что сделали. Когда вы будете забивать туда много веса, они вам еще спасибо скажут, потому что будет правильно распределять нагрузку. Это мой самый, я действительно неравнодушен к этому рюкзаку. Самый, по-моему, удачный из всей линейки. Вот, мне рюкзак нравится. А вам?